В рамках реализации партийного проекта «Одинцовская спортивная семья» активисты местного отделения партии «Единая Россия» организовали турнир по мини-футболу. В нем приняли участие 6 команд, в состав которых вошли ученики Лесногородской школы, сотрудники администрации округа и территориального управления Одинцова, а также местные активисты «Молодой гвардии». Первое место заняла сборная комитета по физической культуре и спорту.